Ограничения на ввоз сигарет, алкоголя, горючего из граничащей с Латвией и Россией тысячи латгальцев лишили единственной возможности принести в семью хоть какие-то деньги. Латгалия по-прежнему является бедным регионом с самой высокой безработицей, а в Резекне она выше, чем в других городах региона – 17,5%. Без работы каждый четвертый. Граница их кормила, помогала выживать. Утвержденные парламентским большинством поправки жители Латгалии считают дискриминационными. Им есть с чем сравнивать. Эстония тоже входит в Евросоюз и тоже граничит с Россией. Но подобных ограничений на ввоз более дешевых российских товаров там нет. Они недоумевают, почему-то сама Россия не заявляет о защите собственного рынка, как это сделала Беларусь. А вот Латвия решила преградить дорогу в страну российским товарам. К участникам акции присоединились и те, у кого есть работа и достаток, хотя он невелик. Я не могу отойти в сторонку лишь потому, что я имею работу от народа. Все мы люди, все мы хотим жить. Я буду их поддерживать, и сама я там тоже езжу, потому что я хочу жить. Я хочу помогать своей старой матери, я хочу ей покупать лекарства. Я хочу, чтобы она хотя бы раз в месяц могла себе купить торт, или я ей могла ей принести. У меня работа есть, и зарабатываю я хорошо. Но вижу, как живут мои друзья, знакомые, поэтому я пришел поддержать. Потому что по двое детей, и живут, и так жить это невозможно, перебиваться. Нет хорошей жизни, а просто попробовали бы 15 часов на морозе туда-назад за баком. Для чего везут? Чтобы детей себя прокормить. Поэтому я пришел поддержать их. Работы им нету, работать негде. Ну а что остается делать? Не помирать же с голоду. Для участия в акции протеста жители Резекне, Даугавпилса, Гулбене, Балвил, Зилупе, Карселы, Лудзе, Малты и других районов Латгалии пригнали свыше полутысячи машин. Чтобы не создавать помех городскому транспорту, колонна двигалась по окружной дороге. С воздуха ее сопровождал вертолет пограничного контроля. Полицейские обеспечивали порядок во время движения. На въезде в центр города движение замедлилось до 5 км в час, а у памятника Мары загудели клаксоны. От глав государства протестующие требуют отменить антилатгальские поправки. Текст обращения направлен президенту и в Сейм. Люди полны решимости пойти на радикальные меры, вплоть до блокирования международной автотрассы на Москву и Санкт-Петербург.